Всем привет, бандиты! С вами Захар, это канал The Street. И недавно я задал вопрос в своем сторис, сделать ли туториал на эту штуку. Большинство сказало да, я тоже считаю, что это нужно каждому в арсенал, поэтому прямо сейчас для вас я сделаю обзор на этот трюк. Не забывайте и помните, вместе мы лучше будем двигать панно в России. Движение. У нас был туториал, но он делался в сторону. Но ваша задача именно направить его из центра немножко влево, не дальше, вот, на чуть-чуть совсем. И остановить мяч на подошве. Затем мы правую ногу перемещаем на исходное положение, и дальше идет вход у нас некий прыжок. После того, как мы делаем прыжок, мы должны правой ногой, также на подошву, поймать мячик. Но после этого движения важно сориентироваться и сразу посмотреть на игрока. Ребят, переходное движение будет смотреться именно так. Вы можете потренироваться, просто разворачиваясь и нащупывая мяч стопой. То есть просто движение, разворачиваемся, ловим. Ваша задача просто понять, как этот финт делать. Он выглядит очень красиво, и я считаю, что каждому в арсенал он подойдет. Главное понимать, где может быть мячик, и далеко его не отпускать. Туториал подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, каждый из вас выйдет во двор и попробует это сделать. И, ребят, я хочу увидеть максимальный фидбэк. Делайте это движение. Обязательно снимайте его на видео. Выкладывайте в Инстаграм, во Вконтакте. Отмечайте меня, The Street, Дениса. Мы обязательно заметим, оценим, а также, может, даже выложим в наш профиль. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. С вами был Захар. Прям вот до очень скорых встреч. Пока.